Поздравляем тебя с победой, очень классно фехтовал. Поначалу уступал, но потом удалось перестроиться. Что именно менял? Подумал хорошо, и все, больше нечего сказать. Как ты оцениваешь себя на этих соревнованиях? Как думаешь, каких результатов получится добиться? Ну, я постараюсь как можно лучше, но пока не знаю еще. Тяжело еще. В твоей жизни было не так много взрослых этапов. Как ты чувствуешь себя на подобных соревнованиях? Уверенно чувствую. Вроде как нет ответственности никакой по сравнению со своим возрастом. На Кубке России 2015 ты победил Хованского. Если потребуется, в этот раз можешь повторить? Не, ну я, конечно, постараюсь. Надеюсь, что получится. В отличие от многих спортсменов, которым удается все только на России, у тебя все очень хорошо идет и на мировых соревнованиях. За счет чего это удается? В чем ты прибавляешь? Не знаю даже как-то. У меня тоже не удавалось в начале сезона все на всех международных соревнованиях. Не знаю даже, как ответить. Но потом ты стал с чем-то прибавлять, на чем ты концентрировал свое внимание? Я стал больше боев проводить. Стал пытаться тренироваться лучше. Сборная Санкт-Петербурга очень сильная по рапире мужской. Как ты считаешь, где получится добиться больших успехов, в командных или в личных соревнованиях? Я считаю, что и там есть шансы у всех. Ты готов показать себя в командных, помимо личных? В командных я даже больше готов показаться, чем... Тебе больше нравится в командных фехтовать? Ну, на взрослых, да, наверное.